О спорте. Боксеры из 19 стран подтвердили свое участие в 19-м международном турнире памяти видного государственного деятеля Магомедсалама Умаханова. Соревнования пройдут с 24 по 30 августа в Каспийске. В этом году соревнования примет Дворец спорта при Энергетическом колледже. Ожидается, что участниками мемориала Умаханова станут около 300 мастеров кожаной перчатки практически со всех частей света. На стадии разрешения вопрос с выездом в Россию команд Венгрии, Нигерии, Венесуэлы, Индии. Отдельным составом в турнире по традиции выступит дагестанская команда. Участники соревнований определят победителей и призеров в 10 весовых категориях у мужчин и в 5 категориях среди женщин. Церемония открытия турнира намечена на 24 августа.